Ребят, привет. Наконец-то пришла после больше чем месяца ожидания посылочка. Здесь у нас наборчик для кастомизации вот этих G-шоков, которых я недавно рассказывал. Да, история с заказом и ожиданием очень достаточно вот длинная, растянулась на такой срок. Почему? Потому что я заказал корпус и ремешок и браслет цвета золота, да, и с металлическими, ну, болтами, шурупами по краю его должны были быть, но они должны были быть просто из нержавейки, а сам корпус позолоченный и браслет позолоченный. Но после, наверное, месяца ожидания я связался с продавцами, и они мне говорят: вы знаете, это конфигурация, я буду рассказывать и вскрывать сразу посылочку. Эта конфигурация редкая, и у нас, к сожалению, их нет в наличии. Бла-бла-бла, мы вам можем дать там скидку, бонус, можем вам дать поинты на вашу следующую покупку, ну, в пределах $20. Я говорю, ну, я сначала как бы написал: не, ребят, я хочу получить именно то, что я заказал. Но особого как бы ответа не было, энтузиазма с их стороны не было. Неизвестно, когда они как бы могли выполнить мой заказ. И я решил все-таки вернуться просто к их оригинальной, так скажем, версии. Просто нержавеющий корпус Silver, да, серебристый. И браслет, и ремешок тоже с серебристой пряжкой, да, или клипсой. Он, по-моему, должен идти и с клипсой, и с пряжкой. Ну, вот так называется бренд вот этих наборов, да. Это у меня уже второй такой сет. До этого я переделал часы Casio World или Casio Casino Royale. Пользовался также их брендом. Ну да, и они, получается, отправили мне уже стандартный, серебристый. И вот он пришел. Так вот приходит вот эта вот вещичка, очень удобно. На ней хорошо делать все вот манипуляции по переделке. Вот эта коробочка. Ну, все очень дельно, классно. Все инструменты сразу в комплекте приходят. То есть разного вида отвертки. То есть все, что вам нужно будет для замены, для модификации, для кастомизации, здесь все есть. Так, вот у нас каучуковый ремешок. Вот такая клипсочка здесь запакована. Приятный на ощупь он. Это что-то типа бабочки, что-то оригинальное. У них интересное какое-то сложение здесь такое. Бабочка, не бабочка. Да, ну вот примерно, да? Примерно так. Так, это у нас ремешочек. Это у нас браслет. И сам корпус. Тут у нас есть сатинирование. Вот это псевдозаводилка, да.
этих часов просто нет никаких вещей для подзавода, да, потому что это кварцевые часы. Но они вот сделали зачем-то. Думаю, чтобы максимально приблизить к оригинальным Royal Oak, Audemars Piguet. Ну, внешние размеры, в принципе, практически одинаковые визуально. Так, и у нас еще здесь что-то есть. Да, это еще одна клипса стандартная для пряжечка для часов. То есть там бабочка уже закреплена на ремешке, видите, которую я уже раскрывал. А здесь получается обычная клипса. Обычная, вернее, пряжечка для... То есть вот эта штучка съемная. Можно пин этот вытащить и поменять. Ну, приятно. Классное дополнение. Шикарно. Потом, что еще у нас здесь? Это у нас защитное стекло на экранчик. Тоже приятно. Тоже приятненько. И... Да, здесь пины или шурупы. Еще что-то. Я думаю, как раз для пинов, да, для того, чтобы выталкивать их. Так. Здесь у нас болтики. Здесь еще у нас пины тоже. Ну, я так предполагаю, что это под ремешок и под браслет они разные, судя по всему. Даже видите, целлофановые пакетики эти разными цветами окрашены. Оранжевый, чуть красноватый и прозрачный. Ребят, ну я замену, думаю, нет смысла показывать. Тут все просто. И масса видео есть на YouTube. Тут просто ремешок снимается, раскручиваются болтики, механизм вынимается и вставляется сюда. И все, здесь есть, получается, крепежные вот болты. Да и все. Тут по факту 4 шурупа всего. Вот этих завинчиваются с двух сторон и все, они в новом корпусе. Да, снял целлофанки, снял пленочки. Вот так выглядит. Еще раз ближе покажу корпус. Еще надо будет синюю пленочку снять. И браслет, посмотрите, насколько круто сделан вообще. Вообще класс. Литые звенья на шурупах. Это сложный браслет, сложной формы. Сложно их изготавливать. Здесь достаточно большая толщина будет, наверное. Ну, это надо на руке будет уже мерить. Вот таким образом он открывается.
Вот таким образом закрывается красопед. Но он при этом сатинирован, видите, он не зеркальная полировка, но и неудобно было бы вообще, если бы он был бы зеркальной полировки, это был бы поцарапанный через некоторое время. И ремешочек. Клипсочку освободил. Очень приятно. По ощущениям такой же, как вот у меня на альпинисте. Ремень. Как будто с подобного материала сделан. Ну все, ребят, я сейчас заменяю, снимаю корпус с оригинальных G-шоков и вставлю в этот и покажу результат. Вот так выглядит корпус. Начинка, скажем так, без корпуса. Ну, ребят, ну буквально несколько минут заняло у меня поставить. Ничего сложного. Болты или шурупы. Конкретно их должны быть, они идут в комплекте, я уже показывал до этого. Потому что они длиннее, чем родные. Вот так это все выглядит. Ну, на мой взгляд, очень, очень классно. Супер читаемость. Эти белые отметки, стрелочки, на мой вкус очень гармоничны с таким корпусом. Абсолютно другие часы. Да, кнопочки, как видите, родные, они, чтобы вставить, просто прорези сделали здесь в корпусе, и все, я вдвинул его и завинтил здесь шурупы до упора, и все. Один из нюансов, ребята, если кто-то из вас будет заказывать подобный набор, обязательно смотрите, чтобы набор соответствовал данной модели, потому что разные размеры есть. Это вот модель, у которой есть встроенная солнечная батарея, панель, да, здесь и Bluetooth. У нее другой размер, у этого самого механизма другой размер, чем у предыдущей модели. То есть обязательно это смотреть. И еще, на что хочу обратить внимание, если кто-то будет заказывать корпус под золото, да, имейте в виду, что кнопки у вас будут родные, и они будут у вас вот такие, как они есть, да, цвета нержавейка. А корпус будет у вас под золото. Ну и, естественно, это не будет красиво. Я поэтому, когда заказывал именно корпус под золото, я заказывал, чтобы вот эти вот шурупы, они были именно такие, нержавейка. Тогда бы они гармонировали с вот этими кнопками. Ну, уже так-то так. Да, мне, ребята, я цену не сказал вам. Вот этот набор, он мне обошелся. Изначально он должен был стоить 100... 9 долларов, 109, и уже с... нет, 119, и у меня уже бонусы там были 109, и так как они мне 20 долларов еще вернули, как, ну, называется, частичный возврат из-за того, что я долго ждал, то вот то отнимайте 109 минус 20, да, 109,99, там 110, грубо говоря. Отнимаем 20, это он мне, ну, 90 долларов вот этот комплект обошелся. Я считаю, что неплохо. Давайте приложу ремешочек. С ремешочком вот так выглядит. Красиво. И приложу браслетик.
Браслетом вот так, ребят. Я думаю, что браслет я сейчас поставлю и уже в окончательном виде на руке покажу вам. Да, ребят, ну вот финальный результат. Вот так выглядят мои G-шоки после кастомизации. Я считаю, что вполне. Мне очень нравится. Еще вот приложу ремешок, покажу. И на ремне будет классно. Ну вот так на руке. Почти мой размер, может быть, одно звено снять. Я сильно плотно не люблю носить. Ну, классная вещь, вообще шикарно сделана, безусловно. Здесь все литое. Красивое сложение. Очень красивый браслет. Прям играет. Кассиок. У них название неофициальное среди часоманов, любителей часов. Кассиок. У них, у этих ребят, еще можно заказать тоже кастомную накладку. Она как бы идет сверху вот этой крышечки и закручивается вот под эти. Там идут, с той крышкой идут еще дополнительные болтики, да, болтики сюда. Эти откручиваются, а те, которые идут с крышкой, закручиваются. Но она как бы утолщает. Ну, и так как бы у часов не маленькая толщина, да, она еще примерно на миллиметр утолщает вот эту вот общую толщину часов, и я посчитал, что не стоит, не стоит. Как бы там немножко и зазор закрывается, вот это там, то есть ту крышку ставите, когда практически вот это все закрыто полностью, и на них уже Casio ок или ок отгравировано, или Casio ок, я не помню точно, ок, по-моему. И она уже такая, тут видите, такая жестяная крышка родная, а там как бы реально фрезерованная крышечка, но и цена у нее, ребят, тоже серьезная, у нее 20 с чем-то долларов цена, то как бы я посчитал, что ни к чему она. Все, ребят, спасибо за просмотр, бай-бай.